как мы уже рассказывали, лучшие тверские педагоги продолжат бороться за звание сильнейшего в профессии. На этот раз во Дворце творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония открытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели года России-2024». Подробности у Анастасии Новичковой. Конкурс профессионального мастерства среди педагогов дошкольного образования проходит в Твери в 30-й раз. Состязание включает 4 тура – заочный и 3 очных. В заочном туре 17 тверских воспитателей представили свои интернет-портфолио и визитные карточки «Я педагог». 10 из них продолжили участие в очном муниципальном этапе. Конечно же, это особая атмосфера. Это особый праздник, который включает в себя не только участие наших конкурсанток, но и участие наших малышей, которые очень готовятся к этому мероприятию, переживают за своих воспитателей. Конкурс проводится с целью создания возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов, поддержки инновационного движения педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. Основная задача воспитателя – помочь в социализации детей дошкольного и младшего возраста. От педагога во многом зависит, насколько хорошо ребенок адаптируется в новом обществе, наладит ли контакт с ровесниками, получит ли важные социальные навыки. Я считаю, что педагоги обязательно должны развиваться. И такой конкурс – это огромный шаг в своей профессии, это большой опыт, это какие-то новые эмоции, впечатления, вдохновение. Ну и также в нашем саду я участвую первый раз, но моя коллега несколько лет назад участвовала. И, конечно, хочется поддержать эту традицию и не отставать, идти в ногу со временем. Финалистами конкурса станут педагоги дошкольного образования, набравшие наибольшее количество баллов во всех конкурсных испытаниях. Победители-призеры будут представлять город Тверь на региональном этапе конкурса.